Добро пожаловать на мой канал! Наступило наконец-то! Это долгожданное, теплое, солнечное лето, которое мы ждали, мать твою, 9 месяцев! 9 месяцев! Но наконец-то оно настало, мы не будем грустить, ведь это лето, летом нужно отрываться, веселиться. Это лето должно пройти весело и насыщенно. И в связи с этим я решила снять типы людей летом. Потому что мне кажется, что это очень интересная такая рубрика, которая нравится практически всем. И я решила, да, Юля, почему бы мне не снять рубрику такого формата. Из года в год люди летом практически не меняются. И мне показалось, что это видео будет интересным, веселым, крутым. И мне захотелось почему-то его очень снять. Давайте перед просмотром этого видео поставим пальчик вверх. Переходите. Да, давайте. Спуститесь вниз, поставьте пальчик вверх. Также подпишитесь. Подписались? Молодцы. Я вас люблю. Если лайк поставили, желаю вам приятного просмотра. На чтение своих любимых, своих ненаглядных книжечек. Книжечек. Ой, куча свободного времени. Ой, это ж сколько я могу прочесть-то. Мамочки родные, аж голова начинает кружиться. Взяла. Это же мне на пару часов всего. Блин, а что же взял-то? Я знаю. Во! Вот это все самый раз. Это будет самое лучшее лето в моей жизни. Настала. Ой, такая холодина. Ой, 29 градусов. Ну, за что так холодно-то? За что мне такая узень? Ой, чаёк мой горяченький. Ой, как холодно, ой, как холодно. Холодно. Обогреватель. Уже на пятерке стоит. Как же мне холодно. За что мне такая участь? Наконец-то наступило это лето. Теперь я могу играть свою любимую игру. Целый меня. Кайф! Какой кайф! С какого мне начать? Что мне первым установить? Это. Хотя какая разница? У меня ведь все 3 месяца впереди. Супер хороший выбор. Это пока в сторону.
А это значит, что это самое плодотворное время для получения знаний. Это программа будущего года. И я должна все это знать. Не буду же я терять времени и начну это все учить. Ну вот и все, лето закончилось. Это все я выучила, можно со спокойной душой идти учиться. Ой, еще только 7 часов утра. Может, посмотреть второй? Или посмотреть серию? Последний сегодня. О, время 5 часов. Я посмотрела второй сезон. Еще одну серию третьего и все. Блин, я что-то консту давно не обновляла. Капец просто. Надо это исправить. Блин, а чё за щёки? Чё они такие жирные? Это нет, чё они такие большие-то? Сколько веснушек-то? Ай, блин, почему так? Почему столько выскочило это их? Ещё и прыщ! Ну за что мне такое наказание? Добро пожаловать на мой канал! Наступило лето, а это значит, что свободного времени настало больше. И видео на канале будут выходить каждый день. Также я буду вести стримы, проводить всякие опросы в Инстаграме. Ребята, будут выходить влоги, будут все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, там подписка, но вы все знаете. Всем удачи и всем пока! Подпишитесь на мой канал и нажмите на этот колокольчик. Вам не сложно, мне очень приятно. Также напишите, к какому типу людей летом относите вы себя. Я поздравляю вас с наступлением этого самого долгожданного, самого теплого и самого солнечного месяца в году, с наступлением лета. Проведите это лето так, чтобы оно запомнилось на всю жизнь. Как можно чаще гуляйте, не сидите дома, как можно больше времени проводите на улице. Ведь летом так хорошо, ходите купайтесь на озеро. Ну, в общем, проведите так, чтобы когда вы вспоминали это лето, аж дух захватывало. Но не забывайте про мой канал, ведь видео на этом канале будут выходить каждую субботу. Я очень-очень-очень-очень буду стараться, чтобы видео выходили каждую субботу. Так что жду вас каждую субботу ко мне в 3 часа дня. Также, если у меня будет получаться, я буду еще выпускать каждую среду в 2 часа. Но насчет среды я пока не уверена, но насчет субботы это точно.
Ну что ж, ребята, на этом все. Я еще раз поздравляю с наступлением этого самого лучшего месяца в году. На этом точно все. Всем удачи, всем пока, всем хорошего настроения. Пока! Также я хочу сказать, что 8 июля, видео это выйдет немного позже, чем в 3 часа, потому что очень-очень-очень сильно тупит интернет, и за счет этого я не могу выпустить его в 3 часа. Но это ничего страшного, ведь это первое видео в субботу, следующие будут выходить в график, то есть в 3 часа. Ну, теперь точно все, всем пока!